В этом видео я покажу, как приготовить вкуснейшие драники, или как их называют, деруны. Все делается легко и просто. Что нам нужно? Нам нужен картофель сырой, 3 столовые ложки муки и 1 яйцо. Картофель мы чистим. Все ингредиенты простые. Далее картофель натираем на терке. Добавляем в картофель натертый муку, 1 яйцо. Добавляем 1/2 чайной ложки соли. И все это дело тщательно перемешиваем. Мешаем хорошо, чтобы все перемешалось. Зажигаем газ, берем нашу сковороду, наливаем растительное масло. Масло добавляем не очень много. Ставим сковороду на газ, немножко прогреваем масло и выкладываем ложкой вот так вот, вот такими вот котлетками наши деруны будущие. Все делается легко, главное не спешить. Вот так вот все это делается. Немножко выравниваем. Готовится это дело очень быстро. С одной стороны около 1 минуты оно прожаривается до румяной корочки. Вот когда корочка появилась, мы берем и переворачиваем. Одной рукой это очень сложно делать, потому что у меня во второй камере. А двумя руками это делается очень легко и просто. Вот так вот все переворачиваем. И со второй стороны жарим тоже около 1 минутки, пока не будет румяная корочка. Все очень аппетитно и красиво получается. Когда у нас корочка вот так вот зажарилась на второй стороне, мы наши деруны вытаскиваем и жарим следующую порцию. Все делается, как я говорю, очень быстро и вкусно. Всем приятного аппетита! Пробуйте, готовьте. Смотрите наши следующие видео. Там будет очень много вкуснейших и простейших рецептов. Всем до свидания.